Если вы цените свое время и комфорт, значит, вам обязательно понравится современное и удобное мобильное приложение InSync.by. Это целый банк в вашем смартфоне. Всего два шага к новой карте с бесплатной доставкой в любой населенный пункт страны за максимально короткий срок. Качайте приложение, доступное в iOS и Android. Регистрируйтесь с помощью скана паспорта или межбанковской системы идентификации. Получайте вашу карту бесплатно с доставкой. Настраивайте вход в приложение и подтверждение операций по отпечатку пальца, пин-коду или графическому ключу. Коли вам подобается уживать родную мову, InSync Кропкабай подарует вам такую махшимость. Вы можете самостоятельно настраивать вид рабочего стола, менять и загружать любые обои, выбирать способ авторизации в приложении. Выгодный курс обмена валют, онлайн-открытие счетов и депозитов в любой из четырех валют, доступ к балансу каждого счета, управление лимитами по карте, блокировка и разблокировка карты, а также подключение доп. Услуг к карте. Присваивайте счетам любые названия. Совершай платежи легко и быстро при помощи drag-and-drop. Пользователи приложения получают возможность оплачивать более 60 тысяч услуг в системе ERIP, такие как мобильная связь, интернет, ЖКХ и многое другое. Бесплатно переводите деньги между своими счетами, а также другим клиентам Альфа-банка по номеру телефона или по номеру счета. Просматривайте историю всех ваших платежей по всем счетам в одном меню и планируйте платежи с помощью сервиса «История планы». Узнавайте первыми и отслеживайте накопленные баллы по различным продуктам банка. Оформите виртуальную карточку YoCard и сразу же совершайте безопасные онлайн-покупки в интернете. Избегайте комиссий там, где они не нужны. Пополняйте текущие счета, открытые в Альфа-банке, и погашайте кредит с помощью InSync.by. При необходимости вы можете быстро получить деньги к зарплатному счету. Просто оформите овердрафт и меняйте его текущий лимит. Открывайте вклады в режиме онлайн в любой из четырех валют. Пополняйте свои депозиты и управляйте их автоматическим продлением. Если вы хотите снять наличные или, наоборот, пополнить ими карточку, то все точки пополнения и список банкоматов на карте Беларуси уже в вашем смартфоне. Нужна помощь специалиста по финансовым или другим вопросам? С InSync.by это не проблема. Воспользуйтесь приложением разделом «Контакты» или пишите прямо в онлайн-чат. Наши сотрудники с радостью вам помогут.